Черная пятница продолжается. Цены ниже заводских в сети ювелирных салонов «Аметист». Не веришь? Проверь. И в продолжении темы. Два реанимобиля пригнали в Клин для местной станции скорой помощи. Ключи от машин вручала глава района. Она поздравила медиков с пополнением автопарка и отметила, что главное богатство – это все-таки люди, профессионалы своего дела. Ну а с новыми машинами скорость и качество помощи будет еще выше. Уже завтра Михаил Поликарпов выйдет в первый рейс на новой машине. Удобный салон, хороший обзор, отличная маневренность. Все для того, чтобы максимально быстро приехать на вызов. Стоит мощный дизельный двигатель на ней, усиленная подвеска стоит, удлиненная база автомобиля. Вот. Ну, соответственно, я думаю, она себя еще покажет в лучшем виде. Но самое главное в новых машинах – начинка салона. Это не просто скорая помощь, это реанимобиль для экстренных вызовов и самых тяжелых пациентов. Теперь время будет глобально сокращено. Первое – время перевода тяжелых больных. Второе – все ДТП, все острые коронарные синдромы и инсульты. У нас теперь есть реанимобили. На реанимобилях пациентов будут транспортировать в лечебно-профилактические учреждения. В этом году это уже второе пополнение автопарка клинской скорой. В прошлом наши медики получили 10 новеньких машин. Поэтому технически клинская скорая обеспечена на 100%. В следующем году ожидают поставку еще двух реанимобилей. Елена Плюснина, Александр Сидей, Дмитрий Кириллов. Новости дня.